Сегодня 18 июля 17 года, вторник. Мы работаем на втором мостике. Вот здесь ребята что могли сделали. Ушли. Ну, мне приходится быть бульдозеристом вдвоем. Он откатывает вот сюда кверху, чтобы выровнять дамбу. Дамбу выровнять, это не просто. Она просела или что тут было, ну, низина опустилась почти на метр. Вот он, второй мостик. Волны идут. И вот какой он, высота почти метр здесь. И там дальше выше, это потом он сталкивается сюда. Вот такой порядок. А тут грозы. Они какие тучи красивые. Какие грозные. И думаешь, какая песчинка земля, и что есть Господь, и что есть человек, и Сын человеческий, что ты помнишь его. Показать. Это лог, самый центральный лог, в который собираются все лога, и они идут в воду. Вот ширина его, ну, не менее как 70 метров, а то и больше, 100. Там даже еще сохранился пасынок стоит. Все разобрали, телефонная линия была в колхозе. Вот, и с той стороны видно, дождик тоже идет. Землю насыщает. Наши еще, видимо, не вернулись с Томска. Там бракосочетание было. Вот как. Прям рядом идет. У меня нечего укрыться. Я могу укрыться только бульдозеристу залезти туда, в кабину. Палатка была, можно было укрыться, но я отдал ее, насобирал солодки много, чтобы увезли. Молния и гром. И какие облака нависшие. Уже над нами. Красота. А там все мальвой заросшее. Дикое. И везде следы борсущие видно. Роют норки тут, а еще что. Питаются чем. Камыш, кусты. Мы тут тоже пасли в свое время. И каждому отпущено. Ходил, размышлял сегодня о фильме про Брежнева. Как его этот играет, как будто живой Брежнев. И вот они поют, когда бы имел золотые горы и реки полная вина, ну, отдал бы за нежные взоры, за тем, что владела мной она. Понимаете, вот как будто песня ничего не значит, а это очень даже значит. Не просто она была, как считаем, в 31 главе притчи Соломона, все успевала делать, прибрала детей, нет, чтобы владела им. То есть это лютый, стопроцентный подкаблучник, юбочник. И поют они все там, и Андропов, и Брежнев, лишь бы владела им одна. Ну какая? Полевая жена владела. Отдал бы все. Да. Это понятно, когда поет там киргиз какой-то, он платил за нее большой колым, она досталась ему дорогой ценой. А здесь никакой роли не играет. Я пришел к краевому судье Пашкову Виктору Ивановичу. Он говорит, вот пришел фронтовик, плачет, говорит. Дочь вышла замуж, он оказался нечестный такой. Ну, подлез.
прописался в квартире, а теперь разводится и квартиру делит, а в нее не вложил ни рубля. А краевой судья и говорит, я ничего не могу сделать, закон там, ну, я, может, это не то-то, но смысл в этом, помочь никак нельзя. А тот закон знает, и вот одну облапошил, другую, квартиры, вот. Лишь бы владела мной одна или она владела, да. Если мужем владеет жена, же ничего нет, пирамида перевернутая. Жена должна быть в полном послушании, абсолютном, владела. Как владеть, когда она не голова, а это вот коров загоняют, коровы проходили, и вот в камышах у них дорожка. Вот такая, видать. Так вот. Сейчас даст дождь. Даст Господь. Все, мне пора спускаться вниз, под эти кусты прятаться. Ухожу.